Circuit Show before. Radio Miami International. You can find out more about WRMI at our website, WRMI.net. That's WRMI. Свобода. События минувшего дня. Минобороны России решила засекретить данные о родственниках военных, погибших на Украине. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на опубликованный проект постановления правительства. Эта информация будет переведена в раздел «Густайны». Данные о военнослужащих, погибших в боевых действиях, составляют государственную тайну еще с 2015 года. Однако льготы членам семей погибших оформляют гражданские чиновники. Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам для соблюдения режима секретности. Министерство не раскрывает число погибших в украинской войне военнослужащих. Последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 человека. В украинском генштабе утверждают, что к 19 апреля число погибших российских военных превысило 20 тысяч. Стороны вооруженных конфликтов обычно склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои. Независимую оценку этих данных во время боевых действий получить практически невозможно. Представители российской интеллигенции призвали остановить войну с Украиной хотя бы на несколько дней перед православной Пасхой. Открытое письмо публикует новая газета «Европа». Среди подписавшихся правозащитник Зоя Светова, философ Михаил Эпштейн, актер и режиссер Александр Феклистов. Подписавшие письмо признают, что прямо сейчас кровопролитие остановить невозможно и просят прекратить огонь хотя бы на время, оставшееся до праздника Христового воскресения. Православная Пасха отмечается в этом году 24 апреля. Объем военной помощи Евросоюза для Украины составил 1,5 миллиарда евро. Об этом во время визита в Киев сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Он побывал в поселке Бородянка под Киевом, откуда недавно вышли российские войска. Украина подозревает их в насилии по отношению к мирным жителям. История не забудет военных преступлений, совершенных здесь. Не может быть мира без справедливости, написал глава Евросовета в Твиттере после посещения Бородянки. США ввели новый пакет санкций против России. В него вошли 29 физических и 40 юридических лиц, включая телеканал «Царьград» предпринимателя Константина Малафеева. Об этом сообщает американский Минфин. Кроме того, в список попали люди, связанные с банком «Открытие», включая председателя правления банка Михаила Задорнова и первого зампредседателя Центра банка России Ксения Юдаева. Минфин заявил, что люди и организации из нового санкционного списка ранее пытались обойти уже имеющиеся ограничения Вашингтона. Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, который именует Россию. По нему поезда могут доехать до немецкого города Мангейм. Новый маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Каспийское и Черное моря он пересекает с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля.